Приветствую, меня зовут Денис Гринченко, и мы продолжаем написание компьютерных игр. Сегодня мы с вами научимся создавать прикольное соединение, а игру назовем манекен. Начнем. Открываем браузер. Переходим на официальный сайт Constructory. По этой ссылочке. Нажимаем новый проект. Все оставляем по умолчанию. Ну что, давайте создадим нашего персонажа. Наш персонаж будет состоять, как ни странно, из головы, из рук, из туловищ, из двух ног. Попробуем это сделать. Нажимаем правой клавишей мышки. Вставить новый объект. Начнем с туловища. Спрайт. Кликаем. А зальем в определенный цвет. Какого же цвета он у нас будет? Давайте сделаем его голубеньким. Заливка. Заливаем. Первым делом, что нам нужно сделать, нам нужно установить точки спрайтов. Точки спрайтов будут находиться в голове, по бокам, руки в плечах и внизу крепление ног. Кликаем на точечку эту и устанавливаем. Кликаем с правой стороны, где точки спрайта написано, правой клавишей мышки добавить точку спрайта. Точка спрайта 1, это будет голова. Кликаем правой клавишей, добавить точку спрайта. Точка спрайта 2, это будет вот эта вот рука. Добавить точку спрайта. Точка спрайта 3 будет вот эта вот рука. Добавить точку спрайта. Еще одна нога. Еще одна нога. Класс. То есть у нас всего-навсего 6 точек спрайта. Одна корневая, нулевая. Вот такие у нас точки спрайта есть. Замечательно. Туловище можно установить размером. Давайте сделаем 55 на 85. Класс. Следующее, что мы сделаем, мы создадим руки, ноги, голову. Поехали. Вставить новый объект. Начнем с головы. Спрайт. Выбираем инструмент кисть и размер устанавливаем 230. Цвет выбираем загоревший такой вот. Кликаем посерединочке. Нарисуем глазки. Голубоглазый будет. Размер установим. Глаз. Давайте такого лупатенького сделаем. Размер 25. Щелк. Щелк. Ротик. Точка, точка. Огуречек, вот и вышел человечек. Замечательно. Класс. Красивый, симпатичный. Ну, конечно же, челочку. Добавим. Круто. А точку спрайта оставим по центру. Как и было. Можно бровки добавить, кстати. Толщину кисти изменим. Такие вот удивленные сделаем. Убрать его. Класс. Голова готова. Ну, голова что-то большая чуть получилась у нас. Изменим размер. Предлагаю сделать 50. Ширина, высота на 50. Примерно вот такая. Все. Голова есть. Нужно еще не забыть установить для головы маску. Маску коллизии. Кликаем на вот этот треугольничек. На голову. Определить форму маски. Правой клавишей мышки на голову нажимаем. Определить форму маски. Класс. Готово. Приступим к рисованию рук. Правой клавишей мышки. Вставить новый объект. Спрайт. Есть. Заливаем цвет примерно туловища. Один. Есть. Готово. Размер. Подумаем. Мы подумаем, и я решу. Размер. Ширина 15. Высота 50. Примерно так. Что можно сделать, чтобы дальше не создавать руки и ноги? Можно дублировать тип объекта. Кликаем на этот спрайт руки первой. Это спрайт 3. Да не забыть. Правой клавишей мышки. Клонировать тип объекта. Есть.
установим ее сюда. Близко, близко, близко к туловищу. Очень важно собрать правильно. Кликаем на руку. Клонировать тип объекта. Устанавливаем ножку внизу. Еще раз с правой клавишей. Клонировать тип объекта. Установим ножку сюда вот. Примерно вот здесь обязательно нужно правильно собрать персонажа. Иначе при запуске будет непонятно, что происходить. С руками предлагаю установить угол чуточку в эту сторону. Здесь также. Вы можете просто нажать на руку и прописать следующий угол. В моем случае угол пусть будет 16 градусов. Правой руки и 340 у левой. Замечательно. Каждый тип объектов, рука, нога, туловище должно обладать поведением. Поведение будет сегодня физика у всех объектов. Добавляем. Голова. Поведение. Новое поведение. Физика. Математики нету сегодня. Физика. Вот оно. Замечательно. Туловище. Поведение. Добавить новое поведение. Физика. Если вы не можете найти подходящее поведение, в поле поиск можно прописать первые буковки. Физика. Добавили. Дальше. Руки осталось и ноги. Поведение. Добавить новое поведение. Физика. Добавили. Вторая рука. Поведение. Добавить новое поведение. Физика. Еще одна нога. Осталась не нога, а нога. Добавить новое поведение. Физика. И последнее поведение. Добавить новое поведение. Физика. Что же будет, если мы запустим игру? Давайте посмотрим. Ух ты! Упал. Предлагаю сделать пол. Вставить правой клавишей. Вставить новый объект. Новый спрайт. Зальем. Какой же цвет сегодня пола будет? Давайте травка. Зелененьким. Заливаем. Можно сделать Майнкрафт травку. Выбираем цвет коричневый, инструмент прямоугольник, срезаем вот такую шапочку и зелененьким цветом сделаем еще вот такие вот красивые выступы. Такой Стив у нас будет. Отлично. Кстати, можно было добавить Стива из Майнкрафт и также его разделить. Кликаем на землю. Смотрите, я его установил в пределах пунктира. В пределах это линии пригрестой. Кликаем на нее, на землю, поведение, добавить новое поведение. Ни в коем случае не твердый, обязательно физика. Потому что физические объекты взаимодействуют только с физическими. Физика. Класс. А если мы сейчас запустим игру, земля упадет вниз. Поэтому нам нужно поставить галочку для земли. Нажимаем на нее, кликаем «Недвижимое». Посмотрим, что получится. Угу. Разлетелся. Чтобы такого не происходило, мы должны добавлять шарнир. Соединение. Соединение, револьверный сустав. Переходим в список событий. Пишем «Добавить события». Система. При запуске макета. «Добавить действия». И по частям тела. Спрайт. Соединение. Создать револьверный сустав. Револьверный сустав точки спрайта 1. Это голова. Точка спрайта 1. Нажмите, чтобы выбрать. Нажимаем на голову. Готово. Посмотрим, что получилось. Голова на месте. Упал. Ну и также мы присоединим все остальные объекты.
добавить действие при запуске макета, и все действия добавляем дальше. Добавить действие. Вспомни, какие спрайты у нас за что отвечают. Это у нас спрайт 3. Можно переименовать имена дать, но мы уже не будем этим заниматься. То есть спрайт 3 в точке спрайта 2. Добавить действие, туловище, сустав, создать револьверный сустав, добавить спрайт 3, точка спрайта 2. Готово. Дальше. Не перепутать. Очень внимательно. Добавить действие, туловище, револьверный сустав. Выбираем спрайт 4. Соответственно, это точка спрайта 3. Готово. Добавить действие, туловище, револьверный сустав. Спрайт 5 – это нога. И точка спрайта, какая же точка? 4, которую мы выставили в начале. Добавить действие, туловище, револьверный сустав. Соответственно, последняя ножка, спрайт 6, и точка спрайта 5, последняя точка спрайта. Напомню, если войти в туловище, мы эти все точки спрайта, вот эта команда, выставили. Точка спрайта 1 – это голова, точка спрайта 2 – правая рука, точка спрайта 3 – левая, точка спрайта 4 – правая нога, точка спрайта 5 – левая нога. Замечательно, давайте запустим и посмотрим, что у нас получилось. Все, оно живое. Можно установить точки спрайтов в определенных местах. Можно руки отдалить. Посмотрим, что получится. Запускаем, смотрим. Устал. Можно также угол менять, будет он очень прикольно падать. Давайте попробуем дать для туловища определенную силу, чтобы он перемещался за мышкой. Где мышка по иксу? Там и человечек по иксу, где мышка по игреку, там и мышка по игреку, а там и человечек по игреку. Добавляем новый объект, мышь, список событий, добавить события, система. Каждый тик или по нажатию мышки, давайте подумаем, что нам сейчас сделать. По щелчку, давайте левой клавишей мышки, добавить действие, туловище человечка. Сила, применить импульс или силу под углом, может быть. Давайте импульс, подумаем, что лучше сделать. Импульс, применить импульс. Давайте так и сделаем, применить импульс. Точка спрайта 0, импульс по Y, пишем мышь, точка Y, точка Y, а по X мышь, точка X. Посмотрим, что получится. Ух ты! Нет, не подходит. Подумаем, что еще можно добавить. Силу. Давайте силу попробуем. Отлично. То есть можно вот так вот его перемещать. А точка спрайта 0, сила вот такая вот. То есть можно его просто сдвинуть будет. Кликаем сюда, он падает. Все. А для чего мы это сделали? В дальнейшем можно будет использовать такое вот соединение для определенных игр. Например, человечка посадить на тот же мотоцикл и перемещать куда-то. А можно просто поставить каких-то ботов говорящих. Можно довольно что-то интересненькое придумать. На этом все. Слушайтесь папу с мамой, мойте руки с мылом. Пока.